Идут. Нет, не может достать, представляете? Ха-ха-ха, не может. Ух ты! Вот это посрач! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Куёка, Гусь Санёк, Васаби, Олег, Пика, Чебузаврик, Пингвинус. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Абуга-буга! Баба! Сегодня мы будем записывать Абунгу. Даже целую толпу Абунг в большом лабиринте. Если пять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. По бортикам сегодня выживать сильно не получится, потому что Абунга очень сильно высоко прыгает и уничтожает всех. И убить ее тоже невозможно, очень много жизни. Ну давайте, начнем с первой. И каждый раз, кто будет умирать, мы будем добавлять. Ну все, я на башне уже. А подожди, а чего он ко мне прицепился, этот придурок? Ну все, блин, а... прощайте. Нет, не прощайте, я буду все-таки пытаться. Если умрешь, то ты лох. А что я сразу умру, может ты умрешь? Да не, я уже на башне. Ха-ха, вот ты, блин. Так, Куёка, что это мы читерим? В смысле, где Куёка читерим? Интересно, найдет он меня или нет? Ну-ка, ну-ка, ребятушки. Куёка, я тебя вижу. Хочешь снайпну в полете? А вы видите Абунгу или нет? Я а, прощайте! Нет. О, блин! Ну, да я специально умер. Ладно, ладно. Я не хотел этого делать. Ну, так получилось. О, там какая-то красная Абунга из этого. Блин, я опять буду убегать сейчас. Так, я так понял, что вот Абунга, странное название у этого NPC, она а пошла к вам. Я не найти... О, я нашел! Ура! Я так, давайте проверим, идет за мной или нет, ждем. О, нету этого красного Абунги. Нема, он, может такое, что он заблудился, или он хорошо карту знает? Он хорошо карту знает, он сам... Обязательно, кто сейчас смотрит ролик, лайк, подписка и коммент, и вы... Будьте крутыми пацанами и девчонками. Вот это именно стимулятор к лайкам. Эй, так где все? Вы что, уже убежали все на вышку, что ли? Мы на вышке уже. А надо тогда надо добавить сразу 40 штук, чтобы было веселее, да? Ребята, а что вы хотели? Надо много их добавлять. Хотя бы штук 5 добавить. А интересно, а Бунгу можно вселиться? Может быть. Ребятушки, ставлю еще. Класс. Самого обычного Абунгу. Так. А, тут же... А, все, я умру сейчас. Там же внизу сталкер, он в подземном лабиринте бегает и мочит сталкеров. Так, я ребятушки, вижу. Сразу ставлю много и разных, так? Так. Так. Я к вам на башню. Ребята, если этот ролик соберет 3000 лайков, мы сделаем обзор на Абунг. Целое семейство Абунг будет у нас. Ой, Дима, ты чего? Они реально прыгают. Ух, ты что, видишь, как он высоко прыгает? Давайте проверим, достанет меня здесь или нет. Так, Дима, там... идут. Нет, не может достать, представляете? Ха-ха-ха, не может. Ух ты! Вот это посрач! Так, вот это теперь вот намного веселее, да. Дима, там этот один Абунгу застрял просто. Ай! Да вы чё, издеваетесь, что ли? Блин, это веселье. Дима, полный лох. Это ты лох, потому что ты убежал, а я умный лох. Дима, иди к нам, нам я буду скучно. Наблюдать за башней, если какая-то Абунга сюда прибежит. Так. Давай. Так. Я вас предупрежду. Поньк, предупрежди. Да. Отлично, ребята, я оторвался от них, Дима, ты не оторвался, они прям за тобой идут. Они далеко от меня. Нет, в лабиринте прям близко. Да? Я сокращаю через верх. Смотрите, запугиваем Диму, запугиваем Диму. А как вы меня можете запугать? Я сейчас поставлю прямо на вышке их. Дима, сзади! Да я упаду сейчас! Из-за тебя! Это будет прикол! Так, а так... Дима, она приближается, очень... Красная Абунга очень рядом. Эй, не пугай... А, это вы после чего бьете друг друга? Самое страшное. Ты растишка! Извини! Растишка своя убивает! Эй, мы сейчас его в клетку кинем с Абунгой. Дима, зачем ты их спрятал? Ну что, где они? Ого, он прыгает, вы видели? Да что это за прыжок был? Ого! Ребят, вот это не прыгает. Дима, сзади! Да нема никого, ты обманываешь. Ого, через стекло хочет убить! А, отвали! А, я упал! Вы видели, что они творят? Да.
я чуть не умер. Я сейчас обману его, смотрите, вот он бежит за мной. Опа, ре... Ого, лящ! Вот это прописал! Не надо! Ой, целая Дима. Толпа! Да, вы умираете! Так. Я испугался. Ха-ха, прикольные NPC-шки. Я теперь понял, почему они очень крутые. От них не убежать, в принципе, они прыгают, блин, на такую высоту какую-то нереальную. Дима, так. Да. Кстати, они, кстати, если посмотреть, это кстати, не Абунга, а Абэмы. Обама, я да? Ни разу не умер. Да, это Обама. Опа, он поверху пошел, ничего себе. Он сейчас ко мне пойдет. Это пока жаба так. Я еще ставлю, пацаны, мало. Где он? А где красный? Ой, вот же прыгнул! Сейчас... Это, ребята, сейчас будет весь лабиринт в них. Ой, блин, да как так-то? Вот это ляща пробез... О, я буду тут стоять, мне кажется, тут дольше всего могу прожить. Дима, не стой больше, я сейчас умру. Так-так-так, смотрим, а где они? Они не идут ко мне, представляете? Чёрный. Ого, они прыгают, вот это они нереальные прыгуны. Так. Меня ещё ни разу никто не убил. А, ну все. Тот, кто ни разу не умер, тот лох. Ой, Дима, это получается не полнейший лох. Только сказал, да, что меня никто не убивал, сразу убил. Дима, заспавни еще 3. Я уже и так поставил. Я поставил штук 12-20 где-то. Блин, очень сложно выживать от них. Очень сложно. Давайте еще поставим. Дима, ты че? Не надо. Дима, ты псих. Дима, не надо. Всех наставил. Дима. Ну что, ребята, теперь я наставил настолько много их. Я сжали. Так, отлично. Да не вообще. Ой-ой-ой. Ой, прыгает один. А, все, я вам закрыл путь. Я вам закрыл путь, чтобы... А! Что делать? Пацаны умирают только так. Ух, их там. Я думаю, штук 35 я наверх поставил. 30 где-то. Ой-ой-ой. Дим, я тебя вижу. Я иду к тебе. Да очень много. Нормально. Мне нравится, как мы выживаем. Я иду на вышку. Вот это они прыгуны. Они чуть-чуть бы и доставали доверху, но не могут достать. Они достают. Они не могут прям запрыгнуть. Они просто прыгают высоту, но достать не могут. Могут, Дима. Из потолок могут убить. Ой, ой. Из потолок убивают? Да. Ой, да. Блин, глаза... вот этот глазастый вообще стрёмный. Ой-ой-ой-ой-ой, я его боюсь. Да отвали от меня. Блин. Отлично. Так, быстрее наверх. Никого нету там. Так, надо его как-то обмануть, чтобы он упал с крыши. Блин, он прям за мной бежит. Короче, вы видите, через стекло убивает, да? Да. Так, я вот тут прям встану наверху. И смотрите, вот он идет, вот он идет, он упал. Ха-ха-ха, дурачок. Еще один. Я вам скажу интересный факт про Бунгу. Если закрыться перед ней дверями, она их вышибет. Серьезно? Они вышибают дверью. Ничего себе. Ребята, прощайте. Опа! Ой-ой-ой! Прям сверху! Вот это толпа! Прям красиво! Ой-ой-ой! Да что она так убивает жестко вообще? Жесть просто! Вообще ЛДВшники! Вот это прикол! Обязательно, ребята, лайкосик! Обязательно! Так, я видел, он прям тут! Он тут убил, я упал! Все, я буду по лабиринту выбегать! Убегать! Давайте проверим, сколько я продержусь в самом лабиринте, не по бортикам, а вот так вот бегая. Конечно, это очень страшно. У тебя не получится, Дима. Блин, я в тупик зашел. Прощайте. Дим, минус? А, нет. Фух. Ай, блин! Боже, я так дергаюсь, когда он меня убивает. Ну, конечно, это очень страшно. Это стример. Какие-то стрёмные эти челики вообще. Так. А, это, блин, под колом меня прыгает. Вот. Это, блин, жестко. Ой-ой-ой-ой-ой, надо валить. Они, кстати, не такие быстрые, да, но просто жестко убивают вообще. Если впереди просто прямо бежать, они очень быстрые. А, они разгоняются, да, получается, или как? Да, они очень разгоняются. О, я знаю, мы можем в следующий раз повыживать на большой карте, если они очень быстро на машинах. Как вы думаете, а машины они сильно будут отталкивать или нет? Да, они взрывают. Да? Ой-ой-ой-ой, прощайте, ай, блин. Вот я нашел нычку, где меня точно не достанут. Под водой? Я вижу, где ты, на бортике, я вижу. На бортике над водой, потому что они под водой тонут и не могут допрыгнуть. Они с под водой не прыгают, что ли? Да. Прыгают же.
А еще Бунг умеет телепортироваться. Признаю свое поражение. Я говорю, что... Ого. Прикольно, пацаны умирают. Это Ваня. Ого, я на бортик сейчас залечу. О, еще чуть-чуть бы на бортик залетел. Вот это сильные они. Что делать? Они все на меня идут. Интересно, я могу вселиться в него? Им нельзя управлять. Полноценно управлять нельзя им, блин. Это, Дим, это даже не NPC, это просто... Это монстр. Это офигенно, кто его придумал, классно сделали. Жизни нету. Убивает все два раза и отталкивает настолько далеко, насколько это возможно. Не представляю, если он будет на машинах в городе гоняться, или, не знаю, на технике будет, мне кажется, классно, он будет взрывать сразу. А если машина, которая не взрывается, он будет просто сильно отталкивать? Да. Во, мы, наверное, будем на тачках, которые не взрываются, выживать. И танк может взорвать сразу? Да, у него же 13 миллионов урона вроде. Что? Ой-ой-ой-ой, я запер себя. Ребята, так, очень страшно. А у него страшно. Есть ХП вообще? Типа, есть за мной, бежит, ребятушки. Ребята, помогите, За мной Абунга черный. Просто толпа. Нет, нет. Я не туда забежал. Блин! Это очень как... Блин, я их боюсь, почему? Они такие стрёмные, блин, а? Ну, они резко выходят. Поэтому... Они еще убивают, блин, так громко по ушам бьет, когда убивают. Они еще глазастые очень. Я сейчас сижу на большом бортике, и они меня не могут достать. Тебе везет. Читер. Ой, они пошли в башню. Так, отлично. А кто на башню пошел? Кто вообще смог дойти? Россишка умный! Так я дошел до башни, Россишка уже. Уже еще их добавить? Я первый, кто зашел на башню, поставил Дима Славина 20 штук. Ребята, еще давайте поставлю. Для настоящих любителей экстрима. Ой, кому мало Абунг, чтоб не говорили, что мы мало поставили. Мы их доставили. О, знаете, посмотрю, какой у меня лимит. Я сейчас поставлю их в лимит. Так, настройка песочницы. 51 Абунга сейчас будет. Вы готовы? Не надо. Ой, понял, 51 штука. Все, это максимум. Больше ставить не буду, потому что, скорее всего, вылетит Гарри Смот у меня. И так уже начинает немножечко кадры вылетать. Они все за мной бегут! Ого! Это, блин, жестко вообще. О, все, Дима, они за тобой побежали. Половина из них за тобой побежала. А, я упал! Я упал. Нет! Помогите! Ребята! Ребятушки! Так. Так, отлично. Смотри на бортик. Я не могу смотреть на бортики, я могу смотреть только перед носом, я их очень боюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, куда же бежать? Давайте сюда, хоть в какую-то сторону, дольше я всех прожить. Я от них убежал. А! Спасибо тебе. Твоя информация была неверная. Дернуться можно. Так. Да, по старой схеме могли бы их взорвать, конечно, в конце ролика. Ай, блин, я в логово упал в ихнее. Но у них же жизни нету. Если их даже ядерные бомбы взорвать. Не-не-не, они не умирают, будем выживать так. Ого, их сколько было в подземелье. Да, они уже всех сталкеров убили, всех поубивали и пришли к нам. Эй, мужик. О, давайте по полю повыживаем. Давайте проверим, смогу я в поле выжить или нет. Ого, за челиком бегут, смотрите, какая толпа. Вот это жесть. Так, но они медленные, да? Ну, не прям. Тогда не веди, их ко мне, не надо вести их ко мне. Ай-яй-яй. У вас, я пойду на башню. Дима, не надо идти на башню. Я буду, плавать так, над водой. Пингвинус, они уже есть. Дима, не прыгают, я проверю, они все-таки прыгают. Надо просто двигаться постоянно. Ой-ой-ой-ой, вот это они за челиком бегут толпой, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это жесть просто. Отвалите! Да как он меня убил? Да как? О, давайте я попробую залететь на бортики, проверим, как они меня убьют, если я буду на бортике. А ну давай! Достаньте меня, челепиздрики. Как вы меня достанете? Абунги, а? Так, я вижу, как они пацанов мочат, прям жестко. Вот это да! Мы сделали апокалипсис Абунг. А, отвали! Отвали! Вы видели, как он рядом был? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Давай попробуем их админскими пистолетами, админскими оружиями. Давай я попробую, да, админскими пистолетами их убить. Нет, я уже пытался. Не, он не умирает, представляете? А монетка? Нет, вообще их ничего не убивает. Монетку попробуем.
Вот я прям в прямую попадаю, смотри. Это просто трындец какой-то. Их невозможно убить. Это чисто для выживания. Дим, давай я попробую. Давайте перед тем, как мы будем следующий ролик записывать, сейчас я поставлю машину. Я сяду в машину и проверим, как оно будет, когда они будут машину гатить. Он стреляет. Так. Вот я в машине. Что будет? Ну давай, телевизорик, догони меня. Давай. Я следую. Ну-ка. Они меня не трогают. Ой. Ага. А где машина? Машина улетела просто. Ой, бля, сейчас давайте. И последний тест мы сейчас поставим. Мощный танк. Давайте в танке. Ну чё, давай. Абунга. Ничего не могу сделать. И... А, нет. Ой, что ты громко не танк. Ого. Это просто трэш. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения, до следующего ролика. Еще.